Всем привет! Начал я делать двойку, потом решил ее, ну то есть продолжил делать двойку, старый проект, потом переключился на рафик, делал, в итоге что-то понял, что не так все близко к финалу, решил забросить его и как-то, ну точнее, в один из дней зашел в магазин, увидел там зел 130-й, вот у меня их было много. Еще есть вот такой. Вот я разбирал, он, по-моему, с бочкой был. Вот. И тут вот есть еще у меня кабина такая. Остатками краски красил. Вот, типа, северный вариант будет. Тут, кстати, сделаны эти под поворотники отверстия, под эти. Тут я не стал их делать. Хотелось просто главный цвет сделать. Вот. Будок у меня от них очень много. Кузова есть. Есть еще также два Урала. Походу от этой же фирмы. Вот. Тут я салон сделал от Pagani Zonda. Покрасил эти ковши. Руль стандартный. Родной зиловский. Ну и приборная панель тоже. С правой стороны решил не делать наклейки. Вот. Так-то я думал, типа, сделать с наклейками симметрично или вообще без наклеек, но решил сделать на правой стороне такие смешные наклейки. Не знаю, как тебе видно будет. Такие Олейна, всякие Прошпорт, насос там, болгарка Воркс. Были у меня еще другие наклейки, тоже такие с приколами. Но я их не стал клеить. На другой какой-нибудь проект наклею. Морда от Pagani Zonda. Клыки тут, не знаю, будет видно или нет. Я взял от ГАЗ-67Б Диагостини. Тут такие два клыка буксировочных. Вот, в принципе, прикольно смотрится. Вот. Мотор этот Hot Wheels, он, кстати, был на Зилу пятерочке, но там он по-другому выглядел. Решил сделать шестиколесный. Также была задумка кое-что еще сделать. Осталось у меня вот от Pagani морда. Вот, ну и колесо. Я кое-что хотел сделать, но может потом сделаю. Посмотрим, сколько зел наберет. Вот. Также у меня есть старый ЗИЛ. Тут, кстати, вот еще как бы подножка совпала и по ширине, и так как продолжением стала Pagani Zonda. И еще такой ЗИЛ здоровый. Тут тоже и Pagani Zonda, и Viper. Тут я седло сделал. Вот, планировал полуприцеп сделать тоже в таком же стиле, но тут, конечно, у меня с колесами беда. Не помню, тут что-нибудь светится в нем. А нет. Тоже такой старый проект прикольный. Тут у него съемное это. Тут уже у нас по-другому я сделал. А, ну тут морда от Вайпера, капот от Вайпера. По-другому тут смотрится. Тоже старый проект. Но он также был покрашен в такой же цвет. А сверху я металликом набрызгал. Ну тоже интересно получилось. Спереди больше, тут меньше. Такой здоровый. В сравнении со стоковым. Вот такой вот. Ну, плюсом еще у меня колеса появились от дела. Возможно. Можно еще будет много колесных зил сделать. Может быть, на какие-нибудь другие проекты пойдут. Какие-нибудь легковушки внедорожные. Вот. Так, вроде все сказал. Дно я так серебристым маркером покрасил, чтобы отражалось лучше. Тут, конечно, набор такой. Тут, короче, крестовая отвертка. Тут шестигранник. А тут треугольник. Но треугольник он был в диагостине.
Так что так вот подсветка выглядит. Так вот он смотрится. Так вот тут по светодиоду не стал с СМД возиться, время тратить. И так он затянулся. Планировал за 3 дня сделать, в итоге на неделю затянулся. Вот. И свет фар решил оранжевый сделать спереди. Свет идет, конечно, разный, светит по-разному. Вот оранжевые и сзади красные, чтобы тоже с резисторами не заморачиваться. Так вот он светит. Ну, возможно, ZEL наберет много просмотров, и RAFIC потом наберет тоже просмотров. После него, может быть, нет. Также ZEL я это могу продать, он мне не нужен, как и все модели, которые я делаю. Тут вот так вот выглядит все. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока.